Primal Beast в жилетке. Ну да, он какой-то... Он, это как будто бы Primal Beast полусларк какой-то. Смотрите, у него снизу какие-то... Не знаю, что это, плавники. Что-то непонятное с ним случилось. У вас Primal Beast забаговал. Что это просто невероятные бездари. Поэтому смогут ли они разобраться как на этой карте? Ебать! Вот это прикол! Бля, бедная Мейден, ребят. Я видел такой фильм один раз. Если вы понимаете, о чем у меня, бля, Силери без ранга, дурачье 157 ранг, Эйс без ранга, Тофу без ранга, Квин 4 игрок в мире, Инсения без ранга, Зай 38 игрок в мире, Мусор на нише без ранга, Бокси 106 и Микки без ранга. Ну, пока ранги, видите, еще нет особого смысла смотреть. Огромное количество людей не откалибровалось просто. Теперь это заблочить невозможно. Ну, не как это заблочить, чем? Получается, Чен в любом случае найдет здесь крипов, так или иначе. И все, а еще он получает деньги за то, что берет крипов, это вообще... Да, тут убили сралка, там убили бабушку с другой стороны. Обидно за нее, конечно. Потому что вроде как Пак не должен умирать против Тимбера, ну да ладно. Тут, кстати говоря, насчет Пака против Тимбера, тут еще и Мейден пришла, правда, ее засканили. Так, Квинт потратил, между прочим, орб. По этому поводу могут быть некоторые проблемы. Ну ладно, он вряд ли умрет, у него есть еще один орб, да, он уходит. Подожди, его поймали, что? Ой, какой же бездарь на Квине, это просто невероятно. Круто, супер круто играл, мне кажется, сейчас он может раскрыться вообще по-новому. Квин пытается Инсению прогреть, Инсений тут борется с Тофу, в итоге Тофу оставляют Бокси, Бокси убьет Тофу, да, Бокси убивает Тофу, а там еще и Зай пытается Квина поймать, но этого вроде уже не поймать, хотя погоди, у Зая есть разгончик, разгоняется, но Квин, правда, пока отпрыгивает, пошел опрор, Квин замедлил, но все, на КД чуть-чуть не успевает Бокси, у него новая маленького уровня, он даже в 2 ее взял. Опа, Бокси, в инвизе, бам-бам-бам-бам, долбит нормально. Бабушку очень быстро подрезали здесь. Бокси очень крепкий, у него 1600 хп. Почему свою хлеборезку открывает чел, который по жизни играл под ником CCPC? Тоже мне. Авторитет бетерский. Авторитет Беллет, да? Ну, вообще, справедливости ради ник CCNC. CCNC, потому что, в принципе, в английском языке частенько end, просто end пишут. Это как бы есть end. Поэтому CCPC такого ника там не наблюдалось. CCNC пиздит на Даньку, чтоб не палиться, что он научился играть. Но Netwars его выдает. Бля, хорош, слушай. 3000 ведут гладиаторы, потому что качается Doom. Так, Doom, который качается. Doom, между прочим, на нишу. Нет тебе спасения. Там еще какой-то замес. Это дурачье. Ну, просто отдадут здесь нишу. Очевидно, его уже ему не помочь никак. А, у него Аегис. Погоди. Может быть, тогда как-нибудь попробуем что-нибудь. Ниша второй раз поживет очень крепко. Он живет очень крепко. А почему у него хп вообще не кончается? Что? Он головку сыра, блядь, съел, или что? Так, что такое происходит? Пам-пам-пам-пам, долбит нормально, ультимейт Мейден! А, у него новый аганим какой-то имбовый, что ли? Позиция перед способностью, чтобы получить максимальные эффекты в барьер на 200 урона. Через секунду здоровье барьер вылечится на 100. Ну, блин, вот видите, это новый патч, забавно, да? Они, гладиаторы, они тоже не поняли, видимо, прикола. Они как бы пытались его убить. Что не является возможным. Человек не потерял ни одного хп вообще. Они его впятером хуярили. Но это вот новый патч. Нашел имбу какую-то, забузил, что называется. Противник еще к этому тупо не готов оказался. Подогрей интерес к просмотру спортивных и киберспортивных событий на 1x. Регистрация в один клик. Удобное мобильное приложение и широкая линия. А по моему промокоду ты получишь $520 на первый депозит. Ссылка и промокод в закрепе. А в описании будет инструкция для тех, кто хочет гарантированно забрать пару тысяч рублей. Обузь акции и зарабатывай вместе с нами. Чу-чу. Бля, я Куб Чена убил, что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Блин, а пайп не работает на эту херню случаем? У Тимбера хороший шарт, но он тоже не хочет тратить на него деньги. Квина топчет. Смогут ли дотоптать как-то Квина? Он пока что выходит. У него тоже догон. Ниша в погоню за ним. А Муэрта успевает нажать БКБ, поэтому нормально. Муэрта долбит нормально. Ультимейт от Мейден. Заблёв пошел. Заблёв в девочку. Девочка еще живет. Проблема у Муэрты. Дина ее. Похуй. Ульт Лича. Пошел в крипов. Пайп нажимается. Похуй на ульт Лича. В принципе, под этим пайпом. Ой! Жестко Зай застанил этим камнем. Пиздец. Вообще поняли? Зай камнем его застанил шардовым этого пака после шифта. Че нахуй? Так, здесь дурачок. Какой-то мега замес пошел. Пытается нишу уйти. Лич засасывает дурачок. У дурачка много стаков. Дурачка еще и с ультимейтом избивает нишу. Ниш проблемы. Боксе надо что-то придумывать. Есть форстав. Зай мансит красиво. Убегает наверх. Пока что забрала Муэрта себе. Дом на Зая. Там Лич просто заторковал, Бокси поймали, тоже не отпустят, остальные пытаются уйти. Но очень жестко и здорово подошел дурачок. Откуда-то с бэклайна, здесь же Дум. Дум, один стан, что-то еще стан. Дум, да, в итоге в нишу. Дум отходит пока что. Дурачье пошел лупиться. Что, дракон какой-то прилетел, блядь. Реально на кастомку похоже происходящее, да? Просто какой-то дракон, блядь, прилетел откуда-то. Бабка его, походу, заплюнула сюда. Микки нажал ультимейт. Стрелять во все стороны! Это когда ты не смог доказать на ЕГЭ, что нарисованный куб это куб. Для аудитории 30 минус. Так, что-то такое происходит. Непонятная ниша в итоге после байбека уходит. То есть, короче, типа, поняли? Вот это забавно, это очень сложно каким-либо образом предугадать и рассчитать. Но Valve добавляет триллион объектов на карту, терзателей каких-то, они, в общем-то, там, руны вот эти, они, в общем-то, думали что? Как думали Valve? Так, телы, захват. Так, думаю, ладно, после расскажу. Проклинают Микки, но Микки спрятался в невидимость пока что. Это неуязвимость ебаная от Сильвера. Что ты будешь делать? Бокси, блядь, как ультить, сука! Девочка, жми, похуй! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, долбит нормально! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Бля, реально долбит нормально, слушай, но не хватает. Убили Мейден, правда, дурачок вот сваливает. Что-то происходит. Да, пробежался на нишу, тоже погибает, байбек у него есть. 50 тысяч ведут, мужики. Блин, короче, Дум все испортил, Мейденки бедный. И то, что Аганим у нее стырил, этот обосранный динозавр. Типа, смотри, дэмэдж Мейден видел? Вот, а дэмэдж динозавр видел, то ты оно. Вот, видел, он просто сдох, как бездарь. Лучше бы Аганим дали бы Мейдена, она бы всех убила, отвечаю. Ну еще Дума надо было забанить, чтобы его не было вообще. Он все испоганил. Так вот, короче, надо тут все-таки ГГ. О чем это я говорил-то? О том, что Valve добавляет миллион всяких объектов, терзателей, рун, таких рун, сяких, лотосов. Они думали, что? Типа они такие, смотри, Big Brain. Челы захватывают преимущество, контролят два терзателя, две руны, собирают поварапы, Рошана, все, и заканчивают на 30-й. Ну, типа они все контролят, типа, хули. Жесткое преимущество у них будет. Но как на это смотрят профессиональные команды? Так, левел максимальный в доте какой? 30-й. Слотов сколько? 6. Шмотки когда последнего тира выпадают? На 60-й. Куда спешить? Некуда, блядь. Переведи пасту, а я не умею. Там что-то про... Там есть какие-то семерки. Можно засунуть, конечно, попробовать в этот, в переводчик. Переводчик, что? Вышло. Ну, правда, гладиатора сломали вард. Ну ладно, это все такое, не супер важное. Стрела в инсинию. А что, если ебало сломать? Мог бы и оставить фракейсу, конечно. Ну ладно, пофиг вам. Ниша опять куда-то крипов повел. Грамотно играет. Уводит крипов, чтобы крипы умерли об вышку. Пока снайпера нет, чтобы он не смог их зафармить. Хорошая игра. Мотайте на ус. Игроки в миде, если что. А на топе вот момент погибает дурачье, пока Undying шраёбился в миде. Как стало. О, воу-воу-воу-воу! Силери просто погибает за дурачье, погоня, дурачье, его ебут! Лотус! Прокинут по таймингу, шикарно! А если Морф превратится в башню Мипа и разберется, будет ли 4 мочи? Либо же с дарк-портретом у Гримстрека, что за личинка вылезет там?
Да я думаю, Dark Protector выглядит просто мипа, как если морф превратиться будет просто мипа, как бы. У всех есть? Не, ну не у всех есть. А хотя... Свену, может, дали, кстати, шарт на Торе. Ой, хорош! Телекинез работает? Это... гарпун! Гарпун, мэн! Оу-оу-оу-оу! У нас в компьютерном клубе чё? Большой фанат БК. Спиздил у бати из сейфа 60к долларов, половину слил на шмот в БК. Наполовину весь клуб гудел неделю. Эх, времена. Блять, звучит пиздец. История. Что такое БК? Это бойцовский клуб, ребят. Такая браузерка раньше была. Известная для... среди тех, кому за 30. И сейчас есть, ну, сейчас уже она не очень популярна, я полагаю. Я так думаю. Так, полетели на Терзатель. Да, Андерлорд с точки зрения макро-передвижений по карте супер жесткий герой. То есть, смотрите, прилетели, забрали Терзатель. В принципе, если бы хотели, могли бы обратно прилететь. Но они не захотели, решили разбежаться по карте. В драке Кримсона теперь не будет. Минус снайпер, Селерио. Не раскрывай молодым секрет, что такое БК. Это тайна 35+. Молодым не положено знать. Мне еще самому 35-то нет, алло, а я в курсе. Но я говорю, я в БК никогда не играл. Эш играл в БК. Не тот, который из покемонов, а тот, который менеджер талантов в Рухабе. И в свое время турниры по доте организовывал в всяких клубах и так далее. Так, вот она, ёбка нереальная, профессиональная, пытаются Зая прогреть. Зая не может нажать Кримсон, нажимает Кримсон, он нажимает тоже, дохнет. Байбека, кстати, у него неожиданно не оказывается. И огрызаются мужчины из гладиаторов, но чуть-чуть поздно огрызаться, как будто бы мега-крипы уже сделаны, и как будто в этом мало смысла. Нападают на Чена. Ребят, вы этого Чена не убьете, блядь, никогда, нахуй. Он сейчас вам сам пизды всем даст. Ладно, кто пиздел, они его убили. Теперь дурачок пытаются убить, он получает косу в лицо, там уже минус 3. Ой, убивают еще и ДК. Квин, кстати, каким-то образом улетел. Ну и ГГ написали, понимают, что нет смысла особо тут сопротивляться. Это поражение. И это, дорогие друзья, поражение. И одновременно с этим 1-1 в этом матче. Не знаю, не знаю. Честно сказать, мне как-то сверху... побольше нравится. А, это Зай тройка, Рики. Даже так. Я думал, будет медовый Рики и тройка Пангольер, но решили наоборот сыграть. Окей, довольно сильно. Это довольно сильно, это довольно мерзко, я бы так это назвал. Знаете, мерзкие механики. Я вот не очень люблю мерзкие механики, когда в доту добавляют. Так, слушайте, а дурачок просто умер, да? Они решили напасть на Рики с Фениксом, но они не поняли, что Феникс универсальный герой, поэтому он их трахает. У него еще граната была. Он просто ее закинул, и просто мистер Дрочу сдох. И все. Вот что произошло по итогам. Бля, Муэрту трахнули, пока суть до дела. Тут, правда, на нишу напали. Нишу разменяли на Муэрту, окей. Голды все еще ведут ликвиды. Поймали Бокси, и у Бокси нет шанса здесь как-то не умереть. Рейсбан тут купил, рядом Рики оказывается, нападает на Рубен Валерича, пытается его как-то проесть здесь. Хорош, Зай! Взял руну. Ладно, вопрос, ребят, сейчас важный вопрос. Вот есть Терзатель, может ли Рики бить Терзатель в спину? И где у него спина, блядь? Так, Инсения тем временем умирает. Квина пытаются доесть, у него, кстати, все... к сожалению, для Квина в КД, но вот что-то откулдаунилось, там вышка, Зай забирает Квина, тут Ниша еще забирает Ру, этого Дизраптора, пытаются прогреть Эйса, Эйсу тоже, конечно, никуда не уйти, Микки тут стаков набирает, 5 перманентных, кстати, 5 это уже ощутимо, ну, такое, 5 ловкости, как бы, все лишь, ну. Не, ну это сильная игра от Бокс. Да, еще и Пак где-то там засовился. Ёбка нереальная профессиональная какая-то здесь происходит. Так, Чен там хилится, живет. Панга, 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 ольер, герой говна. Вот это замес на самом деле пошел. Зай пытается Селери догрызть. Эйс, как-то там выживает. Зай, Зай. У Зая проблемы. Зай, погибьте. Зай, дофидел.
Очень хорошо гладиаторы кайтят в драке, просто каким-то образом никто у них не умирает. Не хватает ликвида на самом деле дэмэджа. Почему-то. Я, кстати, не знаю, почему, но реально почему-то не хватает дэмэджа. Видимо, не очень грамотно скилл, что раскидали вторым темпом заходит ликвид. Хорошо, бывает рубика, может быть, еще какое-то продолжение банкета у дурачьё. Есть Hurricane Pike, пока он просто стреляет. Пошел Sunray, Frostaff, Hex. Байбек от Рубика, пытаются кого-то взять, Инсению догнать, могут попробовать, например, да, но тут, правда, Микки может его защитить, Инсения. Делает телепорт, не получается сделать телепорт, он умирает, и все. Зачем он его выложил? Да он случайно. Он там что-то перекладывал этот, токен на предмет. Что-то ему выпал токен, что-то он переложил, вложил, переложил, что-то ничего не понял, что происходит. И случайно почему-то на пол уронил Холи Локет и ушел от него. Ну, ребят, либо по-другому, 3-2-2, червячок. Рунный XP появился, может увидеть, то да, действительно. Но Ликвидам сейчас не до этого, Ликвиды хотят драку. Так, покатился Панга-панга-пангалер, герой говна. У Мики огромные проблемы. Он не может нажать ничего, он просто умирает, у него нет БКБ, червячок, что? Ой, как Ликвиды закидывают эту карту. Да ты явно не против в рот взять, бро. Не, братан, я отказался, я же сказал. Ты что, ты не понимаешь русский язык, что... Блядь, что происходит? Опа! Минус пак. Поехали. Ой, хороший какой ниша закат сделал сюда. Солидно, дурачок, он нажимает. У него ДД! Двойной ущерб! О боже, у него двойной ущерб! Он делает ущерб, но он Инсению просто не убьет. Он будет его бить всю жизнь. У того все ебало в лотусах. Пак байбекается. Пангольер погиб. Что будет дальше? Дедшот мимо. Слушай, работяга идет вард ломать. Ну не отнимай у него всю славу. Бездарь. Привет, следа за тобой примерно ступика в Казахстане. Где был еще гараж гейминг? Ты клевый, люблю тебя. Ну, хама. А, спасибо, спасибо большое. Так, Бокси. Бокси страдает, запрыгивает Мейки сюда, начинает дурачье деклассировать. Его пенис в дурачье прямо залетает. А Егис потерян, дурачье. Будут ли пытаться его еще убрать? У Сларка 51 стак, это очень много, но у него нет БКБ, нет ультимейтов. Он, наверное, на очке, дурачье! Что он просто вжимает ультимейты? Как же он это делает с ними? Животное в загоне, крит на 1000 с лишним, он дохнет, дурачок убивает всех. Кто пиздел на дурачок, бля? Вот он. Как же дурачок это делает с ними? Так, дурачок, он нажимает БКБ, нажимает ультимейт, долбит нормально, ебать там кабинет отлетает у Рики. Тут Сеню прогреть, но этого реально тяжело взять, у него там все подряд. Пошел Healing Hand, ультимейт дизраптор неплохой, вроде как Муэрту забили каким-то образом непонятным. Квина застанили, проблему есть, он пытается залезть в свой портал опять. Владык ебучий, но в этот раз не получится. Тофу, что? Башер не работает? Бракованный предмет купил? Вообще, чтобы с Швакл-Бакла Баш не сработал, это... Довольно уникальная история, это должно не повезти очень сильно, потому что там 4 удара... Соответственно, у Башера шанс 25%. Но вот повезло. И за него подраться, и эта драка оказывается полным говном, потому что вы без Чена. Чен теперь без скрипов, это тоже довольно важно. В конце концов, крипы сейчас бустятся с левелом, они довольно сильные в лейтгейме. И еще он может брать себе древних крипов со всякими аурами крутыми. Панга-панга-пангольер, герой говна, байбек, конечно, нажимает, но вот у Феникса байбека нет. Еще Аегис на Муэрте, на бэклайне какой-то замес, Зай просто ворвался туда же, закатился панга-панга-пангольер, герой говна. Микки откуда, вообще непонятно откуда, как чертик с табакетки выбрался. Умер дизраптор, тут же байбек. А Микки пытается дурачье прогреть, дурачье там просто стоит, дерется. Один против всех, бам-бам-бам, долбит нормально, но погибает у него все на кулдауне на самом деле. Сейчас появится ни ульта нет, ни БКБ нет, ни хера нет. Вполне вероятно, просто выхватят пиздюлей здесь, да? Так и происходит, он просто выхватывает пиздюлей. В очередной раз закидывают игру теперь гладиаторы немножко в разворот. Очень серьезные качели у нас здесь. Конечно, да, сломали еще одни бараки, что приятно. На миде уже падают тир-4 вышки, что приятно. Но при этом они отдают кучу персонажей. И, соответственно, качели продолжаются. И шансы у Ликвид на победу... Говорят, пофиксили. Нихуя не пофиксили, короче.
Поехали. Пока пытаются взять за усцы, а может быть даже и за сосцы. Андерлорд без байбака его бы убить было бы ярко. О, Микки, там гоним. А БКБ-то он не лажал, зажал. БКБ и не лажал. Все, фениксы вернули. И Феникс в страхе пытается спасти здесь бокси. Не спасется он, а там еще и гем выпал. Этот сразу байбек нажимать надо. Базу дефать. Да, здесь плохо, очень сыграл плохо мистер Микки. Он не нажал БКБ, нападая на дизраптора с аганимом, как бы. Учитывая, что у него есть рефрешер, то есть у него все равно два БКБ. Не стоит его настолько сильно жалеть. Что-то тут началась какая-то газовая ебля. 10 часов. Пака пытаются взять. Пак погибает. Пытаются убить ассессия. Это очень важно. Остановить его. Не дать ему улететь. Тогда можно его убить. У него не будет байбека. Мега крипы, конечно, уже сделаны. Но можно в разворот попробовать трон сломать. Притягивают дурачье, между прочим. А у этого-то байбек есть. Это тоже без байбека. Что? Байбека нет. 7 минут. Инсения дефает трон, которому уже очень плохо, но могут попробовать сейчас просто в разворот ликвиды сами трон сломать, пока дурачка нет. Взять, он пропадет, да, все верно. Берется двойной ущерб, попадают на дизраптор, убивают дизраптор, кстати, боя у него нет, дурачо. Дурачо нажимает ущерб, делает ущерб, много дэмэджа, что ниша, еле живой, ухил его спасает буквально. Дурачо хекс получает, дурачо, а что если он помимо хекса получит также еще и в еблище? У него есть БКБ, конечно, но БКБ не факт, что поможет, ведь рядом есть панга, Альер, Грыгов, Заквин, прыгают сюда, ловит всех, отлично, ниша прыгнул, там дурачок пытается как-то спастись, что-то пытается как-то уйти, стреляет больно по Микке, дэмэдж есть у дурачка, но он все-таки умирает, Микки дерется до последнего здесь. Очень мало хп, добивает его Тофу. Подгалер тоже погиб, Рики погиб, все погибают здесь. У трона проблемы, дефают трон. Много байбеков нажимают ликвиды. Конечно, мистер Сралк байбек нажимать не хочет пока что, если его не заставит. Нажимает байбек все-таки. Понимает, что лучше запустить кулдаун в такой ситуации. Я думаю, сейчас просто пойдут в атаку у нас ребята из гладиаторов. Так, Зай тем временем страдает здесь, у него вторые травела. Так, Рубик погиб, неприятно, между прочим, Зай тут как-то кайтит, манзит, что с ебалом? Ой, Пак, Койл, у Зая проблемы, Зай погибает, байбека у него нет. Кстати, по таймеру это знать должны гладиаторы по логике вещей. Кого-то еще поймали, это ниша? Игру байтить на донат. У него есть рефрешер, 2 БКБ, 2 ультимейта, оба! Айон Дис тут же активируется. Пытались как-то этого Феникса добить. Ставится яйцо на лицо. Будут ли пытаться пробить это яйцо? Убили Сларка. Все, Сларк без байбека. Это good game. Без Сларка и без Рики ничего не сделать. Более того, дурачок догоняет еще панга под гальера героя говна. Жмет рефрешер. Всех убивает. Троих, двоих, пятерых. И падает трон. ГГ. Ну, 57 минут. Крепкой ёбли такой прям. Там есть проблемы в полностью юзали с мидере Акаши. Что? Да, Queen of Pain по-любому жестко бафнули в патче. Сейчас, секунду. Так, Queen of Pain. А буква Q после какой идет в алфавите? Значит, они, естественно, получал. Вообще, Queen of Pain и против штормов играют по-разному. Ну, все играют по-разному в Dota 2, неожиданно. Ой, Силери потерял. Типа, можно и попозже взять ее. Что, если бы своровали, было бы вот неприятно. Тут-то мудрость забрали. Кто-то забрал Рубик, по-моему. Так, и тут еще у нас погибает дурачок. Очень неплохо Инсения двигается по карте. Он то снизу, то сверху постоянно в телепорты в эти влазит. Во-первых, чат не прав. Так как не минус 200, а минус 400 уже. Во-вторых, Ярослав просто лучший. Спасибо. Спасибо за стрим. Спасибо. Ой, дурачок дерется. Там арена Рубика еще. И арена Рубика тоже дерется. Выхватывают гладиаторы. Стан хороший. Бокси прыгнул. Бокси делает дёрти щит. Эйс. Бокси, что? На лицо прыгает? Бокси, чемпион игры. Хороший террорайс от Тофу здесь. Тофу еще на разворот пытается. Инсейн пытается взять. У Квина ультимейт есть. А Мака краснет арену. Палку дают по двоим. Что? Ультимейт. Хорош. Инсения. Че, похуй вообще на этом Инсении на вас. Вообще не умирает. Гага, мы проебали, гага, мы проебали. Впору петь песню, где макака эта бездарная? Ай, ой, долбит нормально. Ёлы-палы.
Помогите! Не! Не нахуй. Минус 3 делает Микки. Ну... Ага! А, 11 уровня, Мейден! 11 уровня! Ты понимаешь? У Квапы 10 уровень, у Мейден 11. What about... maybe GG Bezdars? Так, в принципе, у Мейден не просто 11 левел, у нее нетворст недалеко ушел от этой самой Квапы, если что. Тем, прям, 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 палка по дурачью! Ай! Больно! Бля, он что-то догорит же! Ааа! Он стал катапультой, он подхилился! Он все жив! Все жив! Блять, он мертв. Там Мейден что-то ультит, у Тов проблема идет. Микки сюда говорит, ща дам тебе молотком по ебалу. Ща погоди, вот тебе молотком по ебалу просто. Рофлит с этого Тофу. Так, здесь... А, Тараска есть! На месте, Тарасыч! Ну все, ебать. Че вы сможете это сделать, мне говорит кентавр. Я не знаю, они как-то убили у него, хуй знает, у него Тараска вроде как он может вообще умереть. Силерь тоже умирать. Если они напишут ГГ прямо сейчас, никто их не осудит, и я тогда все-таки досмотрю пятую карту. Давайте вы не будете тянуть эту резину, и так все понятно всем, ребят. 5 карт, было 5, как бы силы поэкономьте. Где он, например, на Тайдхантере покупал Аганим, что-то фармил всю игру, но еще в прошлом патче. Некоторые они из этих игр даже выигрывали, но, объективно говоря, смотрелось как полная дресня. То есть, опять же, без блинка чел не может нигде синициировать, он просто что-то бегает, харкает вправо, влево. Нажали смог гладиаторы в попытке, видимо, попробовать переломить. Квапа ультит, минус дизраптор, минус Квапа. Не хватает демеджа вообще никого убить. Эйс просто умирает. Гудлайк на гудлайке просто от игроков ликвид. Ну тут 10-0, 1-0, ГГ. Ну, слушай. Ну, да, можно тогда, наверное, пятую посмотреть. Раз уж все-таки не так долго. 33 на 3 счет. Разъебали. Просто разъебали ликвиды на четвертой. Руна мудрости может лежать там 20 минут, никто ее не возьмет. Терзателя этого никто не будет убивать. Всем похер. Типа, вообще это как будто бы... Вообще какая-то другая игра там по бокам карты. Ее и нет как будто бы, да? И получается для нового игрока, для абсолютно нового, как раз-таки Dota, она стала более, знаешь, вариативной. Что ты заходишь, у тебя куча леса, какие-то руны, какие-то объекты. Ты что-то ходишь, бродишь, туда пошел, там можно пофармить. Сюда зашел, а тут руна мудрости, о, прикольно. Сюда пошел, какой-то телепорт, классненько. То есть, наоборот, знаешь, больше пространства что-то поделать в игре. Так, начинается газовая ебля, 10 часов. Койл, раз, на! Был раз, и хватило. Даже второго не понадобилось. Ниша еще и ФБ забрал на Сафе в миде. Это, конечно, не при... Это не к добру. Это... Реально, месяц ДСТ помнит, а ржом бы нет. Ну, месяц ДСТ помнит только донатер тот, если что. Так, Ниша, ай. Больно в ноге. Ниша! Ржомба! Блять! Тофу еще пришел. Сраный Тофу все испортил. Там уже ржомба заходила. Так, поехали, Микки, приехали. Ну, у Liquid не получилось то, что хотелось бы, чтобы у них получилось, для того, чтобы эта игра закончилась побыстрее. То есть они не смогли получить раннюю доминацию никакую. Раз они смогли получить раннюю доминацию, то и реализовать своих персонажей в какой-то... Ой, зай, надо было, наверное, просто бежать. Понятно, что этой теории нет никаких доказательств, как и у половины теории квантовой физики. Вот. Это так, просто кто-то придумал, что такое могло бы быть. Вот с кубом говна то же самое. Оу, Микки, ебало трещит! И что у нас здесь такое происходит? Пытается Зай улететь. Ай, Бокси. Пытается Эйси заесть. Не получается. Так, у Квина здесь трудности некоторого ха... сейчас будет! Электрик, танц, танц, техник! Он съебала. Квин довыпендривался, кажется, бездарь.
Ну ты бездарь, Квин. Да, ну вообще реально довыпендрился, но у него есть еще и запасной план в виде Диди дурачье, который at the moment качается на легкой. Так, 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 так. Владыка открывает свой портал, начинается газовая ебля. Селери умирает. Нормально, там еще какой-то замес. Микки, БКБ просто гонит Эйса. У Эйса проблемы большие, на самом деле. У Эйса ебал трещит. Квин пару тысяч отпрыгнул. Петушок закидывает петушков, как ни странно. Ну, как будто бы все пофиг. Сзади Сралк высрался, пытается бокси прогреть. Сралк пока что в инвизе. Дум на Бристолбека, или кто это? Нет, Андерлорд очень ему больно, он умирает. Дурачье, не хочет бокса пытаться добрать. Да, Микки. Микки крепкий, идет дальше, но Ниша просто говорит: извините, я съебую. Не, я с Нишей бы в поход не пошел, ребят. Я бы с Нишей в поход не пошел. Типа просто пацана кидает, прям посреди этого вообще, ему просто поебать на пацана своего. Но не влезли. В итоге они пососали жопу, и они проебали эту игру, я думаю. Ну, как бы, то, что они проебали эту игру, я говорил еще минут 15 назад, да, я думаю. Ну, видите, ликвиды что-то поогрызались, но я думаю, что заканчивается их борьба уже здесь в скором времени. Кстати говоря, тут уже все шардами обрастают. У Тофу шард, у Дурачу шард, у всех шард, у Мейден, даже у Мейден шард. У всех шарды, 5 шардов. Если 5 шардов, то затерзатели бабки дают. Но его, правда, нет. Ну, закуп говна, в смысле. А вот руна мудрости лежит. Так, 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 дурачье. Дурачье идет, дурачье идет. Крадется, крадется. Опа! Сюда! Опа! Сюда! Ты на Мейден не охерел ли часом со своей новой сраной? Да ладно, нормально. Сраный керри пускай в лесу фармит. А саппорту где фармить? Вот он. Фраги забирает. Кстати, сейчас саппорт тоже может в лесу пофармить. Посмотрите, сколько тут денег, сколько тут бабок. Тут тупо все в бабках, мэн. Следующий Рошан через 2 минуты. Я думаю, что после следующего Рошана закончится и Котелла. А может и до того, не знаю, дурачо. Ниша, ультимейт! 0 дэмэджа, если что вообще. Литерали дурачо, БКБ нажимает, дум на Нишу. И, дорогие друзья, это был момент, в котором Лейкот проебали игру. В портал пытаются залезть к владыке. Эти тоже залазят, где они окажутся? Они не знают, куда ведет портал. Ой, батя хуёво тут. Просто вылезли в портал, там какая-то дыра. И в этой дыре их вытрахало конкретно. Так, так, ну что тут такое? Ликвид, зай, страдает. Умирает? Рефлексия кого-то банит. Ну да, их правильно. Так, ну чё? Можно и дальше. Гем, кстати, у Квина. Они, возможно, его своровали у кого-то или купили, или что, непонятно. Можно ломать, можно ломать. 45 секунд до СФа. Без него они слабые, безусловно. Да, дурачо вообще долбит крипов всю игру. Вообще никто не видел практически. Не, ладно, у него 3-1-8, вроде кто-то видел, но каждый раз вижу, что его команда что-то делает, а он просто крипов долбит. Ну, тактика победы, что, в принципе, почему бы нет. 25 уровень сейчас возьмет, плюс 50 секунд действия шифта. И этого сралка будет не остановить. Он еще к тому же дофармливает себе эту хероборину, как она там, дисперсер его. Что там, жетон выпал. Иди забери жетон, бездарь. Пацанам подсоби. А ну-ка, выбираешь шмотку себе. Какой-нибудь там... Как его? Майндбрейкер теперь в 4-м тире? Ебать. Ни хрена себе, кстати, майндбрейкер закинули в 4-й тир. 45 дэмэджа магического. 30 дэмэджа. 30 скорости атаки, еще 2 секунды сальница. Да прям, блин, предмет солидный целый. Если это таксист, можно пока другой заказ. Он через 4 минуты будет, ребят, через 4 минуты до таксиста. Рошан стоит, в принципе, на месте этих... Ой, ёпта, Селерия.
О, битва за Рошан Силерии. Будет ли еще один форс? Нет, пока не буду. Просто убежал. Дум прыгает вперед. Дум дает на СФ, кажется, да? Очень плохо. Дум просто танкует. Пришел сюда дурачок. Микки пытается убить петушка. Пытается загнать его. Получится, судя по всему, да. Он справляется. Девочка Цемочка ультит. Инсания прыгает там на Маржогре. За бокс погоня. Бокс умирает. Все умирают. Рошан стоит. Ну, вообще, на месте гладиаторов типа надо подождать, пока он вниз придет. Типа минуту. Ну, если бы я хотел победить дохера в доту на их месте, я бы подождал. И убил бы его через минуту. Потому что там будет аганим. А тут обосранный рефрешер. А там аганим, да? То есть можно аганим Думу, например, дать. Можно аганим дать петушку. Можно аганим дать темпларке, кому угодно. От рефрешера как будто бы ни холодно, ни жарко, но... Окей, взяли рефрешер. В принципе, дурачок может себе рефрешер поместить в инвентарь вместо ботинка. У него будет тогда два ультимейта. Два гарпуна, два диспенсера этих. Дисперсера или как их там. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ой, дурачок, у него еще и талант на длительность шифтов. То есть он сейчас эти стаки набил, и они спадут через 40 лет. Умирают со всех сторон ликвиды, буквально кругом. Гибнут за металл. Нет, значит, бристалбэка, без бристалбэка ликвиды непонятно, как совершенно должны дефаться. Вот уже Зай пытается заденать свой барак. Это, конечно, импакт охуенный в игру. Ребят, динаю барак! Динаю барак! Красавчик, Зай! Так победим! Вот, но не получилось победить. А, дурачье пытается там уже на фонтане кого-то загрызть, а тут ломается трон, в принципе, да, у нас. Здание сил тьмы укрепили. Да, ну, ломают просто трон. Нет глифов, нет игроков у Liquid. Появляется мистер Бристлбэк через секунду. Но за это время трон уже упадет. Да, так есть. И гладиаторы в итоге выигрывают. Ну, я что могу сказать? Гладиаторы красавчики, большие молодцы. Круто сыграли. На последней карте так особенно круто сыграли. Но ликвиды сегодня были не самыми молодцами.